Всем привет, и вы на канале Никита Тарзан. Я нахожусь на станции Горьковская. Это видно по табличкам. И там внизу. Я здесь был уже, но снимал без дат. Сегодня я приехал сюда, чтобы снять с датами. Ну, поговорим вначале о станции. Точнее, поговорим. У нее маленький вестибюль. Сразу установлено. Ладно, это Московско-Петроградская линия. Это и так понятно по голубым табличкам. Ну, конечно, в Москве это непонятно, но в Питере это понятно. Московско-Петроградская линия идет от Купчино до Парнаса, кто не знает. И сейчас это самая длинная линия метро в Санкт-Петербурге. Самая длинная линия в Санкт-Петербурге это. Открытие этой линии 1 июля 1963 года. Тогда, когда я открылась новая вторая линия Петербургского метрополитена. Опять поезд. Здесь очень часто поезда ходят, каждые полторы минуты, потому что она самая длинная. Вот там, да. Ладно, идем дальше. Глубина этой станции. 53 метра. Сейчас, извините, поезд проедет. Глубина 53 метра. Хотел сказать. А тип этой станции пилонная с укороченным центральным залом. Извините, я назвал не так. Просто я вестибюль имел в виду сверху. Ну, называется так. А вот это вот центральный зал станции, то есть. Когда пассажиры идут и потом выходят на эскалатор и поднимаются.